В самых разных культурах мост – это не просто дорога через реку, еще это символ, в первую очередь объединение. А в хантыйском языке слово «мосты» переводится как «нужный». И сегодня наш разговор пойдет как раз об очень нужном для Югры объекте. Я про новый мост через Обь в Сургуте. Это по-настоящему грандиозный проект. Его возведение стоит на личном контроле губернатора Югры Натальи Комаровой. К слову, глава региона была при установке первой сваи и сейчас регулярно инспектирует большую стройку. По сути, на наших глазах идет укрепление транспортной инфраструктуры Югры и всей России в целом. И уже через несколько лет мы увидим новый символ объединения на Оби. С вами выполним эту задачу, реализуем этот проект. Я абсолютно уверена в профессионализме команды, которая взялась за эту работу, и Мостостроя 11, и Ханты-Мансийск Дорстроя, и ЮВИСа, и Автодорстроя. У Ханты есть такая пословица «светлое слово» – это «мост на завтра». Ну вот, дорогие друзья, это ваше светлое слово – и, следовательно, мы все вместе уверены в завтрашнем дне. Чтобы проследить путь масштабного проекта, нужно немного вернуться в прошлое. Переход через Обь был всегда. Зимой ледовые переправы, летом паромы и баржи. Позже появилось железнодорожное сообщение с Сургутом. В середине 90-х назрела необходимость сделать автомобильный мост. Его проектированием и строительством занимался известный в Югре инженер Валентин Солохин. Сейчас мост носит его имя. Этот мост кому только не хотели отдать. И югославы его должны были строить, и турки должны строить были, и французы должны были строить, и финны должны строить, и англичане монтировать пилоны и ванты должны были. Вот. Все ведь вот так собирались. Нам все это пришлось отбивать. В упорной борьбе мы доказывали, что мы лучше остальных всех. Вот я видел за границей монтажников этих мостовиков. Да монтажники наши настолько они лучше и такие вот, они, у них вдохновение есть, они романтики. Строительство первого автомобильного моста через Обь стартовало в 1995 году. При возведении использовались только отечественные материалы. Составление конструкции началось с двух берегов реки навстречу друг другу. Было задействовано порядка 2000 человек. Это монтажники, плотники, бетонщики, прорабы, инженеры. Работа кипела круглосуточно. Нужно было просто построить мост, нужно построить было качественно. И впервые понимается в регионе об эстетике вопрос. Эстетичность, это красота должна быть. Появляется понятие ландшафт. Ландшафт, который раньше никто не задумывался. Большое, наверное, надо сказать спасибо мостовикам, когда разрабатывали, строили этот мост, подумали, какой он будет красивый, какой он будет, как он будет вписываться этот ландшафт, насколько он будет экономически рентабельным, насколько он быстро будет построен. По контракту объект должны были закончить за 7 лет, но строители совершили настоящий трудовой подвиг. Они смогли закончить мост на 2 года раньше. Было в 95-м мостотряд, подошел время детонировать опору, чтобы время не терять, из воды выходить и детонировать. Даже женщины вышли и на 8 марта, бетонный завод запустили, дали бетон, начали. Тогда перед открытием, когда приехало много экспертов, по мосту медленно двигались 40 КАМАЗов, нагруженные песком. Каждый весил более 20 тонн. И вот такое испытание мост должен был пройти, потому что все-таки именно экстремальные условия создавались, чтобы посмотреть на его способность. И он прошел их с честью. И как бы было обещано мостостроителями, что мост будет работать без капитального ремонта 100 лет. Первые машины проехали по Сургутскому мосту через Обь уже в 2000 году.
Он был и остается одним из самых длинных и красивых мостов в Сибири. Но игра росла и развивалась, и по прошествии 22 лет проектной мощности объекта стало не хватать. Представьте, по инженерному плану за сутки здесь должно проезжать до 5000 машин, а в реальности по нему ежедневно проезжает до 14 тысяч. Серьезная нагрузка. Но самое интересное в другом. На ближайшие 3000 километров водных путей альтернативного мостового перехода через Обь просто нет. Мост, который эксплуатируется уже сверхнормативного периода, заложенного в проекте, и с большей интенсивностью, чем было предусмотрено проектом. Вот эти два обстоятельства в полной мере указывают на то, что этот второй мост нужен. Дальше вместе с ямальцами весь этот коридор совместно разрабатываем для того, чтобы автомобильные дороги и мост объективно сложили транспортную артерию. Транспортная артерия намечается внушительной. Сам мост будет чуть меньше 2 километров, а вот протяженность дорог, если учитывать подходы, составит 45 километров. Для водителей будут доступны 4 полосы. Это исключит заторы и пробки в случае ДТП или поломки авто. За сутки по мосту смогут проехать 13 тысяч машин. Добавлю, что стоимость контракта превышает 60 миллиардов рублей. Планируется, что первые машины по мосту пойдут в начале 2026 года. Приступили к отсыпке дорожного полотна. Начало положено. Сегодня начало работы Пике-2. Это конец трассы. Это начало станции Островная, где сегодня тоже мы уже будем погружать сваи. Это сама река, и по трассе приступаем к отсыпке уже дорожной части одежды. Первую сваю нового моста через Обь забили в начале июля. Старт масштабной стройки дали полномочный представитель президента страны в УРФО Владимир Якушев и губернатор Югры Наталья Комарова. Начинаем серьезное дело в достаточно непростых и сложных условиях. Но при этом мы прекрасно понимаем, что данный объект даст еще и мощный рывок с точки зрения занятости, инвестиций. И как сегодня запланировано, что в пике здесь будет работать до 10 тысяч человек, то есть 10 тысяч рабочих мест в наше время – это здорово. Строители берут на себя обязательство построить второй мост за 42 месяца. И только вдумайтесь в масштаб. Им предстоит уложить более 55 тысяч кубических метров монолитного бетона и смонтировать 25 тысяч тонн металлоконструкции пролетных строений. Да, работают круглосуточно, пока настраиваются еще. Ну, а так будет это... Фирма очень серьезная, мы строим один. Я сам отсюда выходец. Фирма серьезная. Работать будут круглосутки. В графике даже не подумают отстать. Получается, что новая транспортная артерия возьмет на себя основную нагрузку двух федеральных потоков – от Тюмени до Салехарда и от Перми до Томска. Они являются значимыми звеньями направлений Арктика, Азия и Северный широтный ход. То есть грузовикам больше не придется заезжать в Сургут, чтобы выйти на федеральную трассу. А простые автомобилисты из Югры и Ямала получат постоянный выход как на региональную, так и на федеральную дорожную сеть. То, что касается Ямала и Ханты-Мансийского автономного округа Югры, ну так, на всякий случай, это сегодня субъекты, которые дают 40% доходов в федеральный бюджет. Ну, что еще может быть важнее, чтобы эти территории были связаны, я уже говорил, как мы говорим, северяне, да, с большой землей. Чтобы сегодня и нефтяники, и газовики продолжали спокойно везти грузы. Не было никаких ограничений, то, что происходит сегодня вот с одним мостом, который работает через Обь. Задача была на самом деле сделать надежный, достаточно, скажем так, эффективный, недорогой в обслуживании, в эксплуатации и удобный, скажем так, в строительстве объект. Поэтому это балочный мост, да, он не вантовый, но в этом месте получается... В этом месте, где мы переходим в створ реки, нет необходимости было устраивать экономической необходимости устраивать вантовый пролет. Отмечу, что строительство моста поддержали президент России Владимир Путин и правительство РФ. Ведь, повторюсь, новый мост важен не только для Югры и Ямала, но и всей страны в целом. Поэтому в этот проект инвестируют большие средства из регионального и федерального бюджетов. Остается сейчас распределить эти бюджетные усилия по годам таким образом, чтобы не сдерживать строителей, а напротив, их стимулировать, поощрять к тому, чтобы получить объект в более короткие сроки. Важной частью проекта является и так называемый придорожный сервис. Помимо автотрассы здесь появятся транспортные развязки, многофункциональные площадки для отдыха и заправки. Транспортная инфраструктура – это кровеносная система экономики. И отрадно, что вот при наличии серьезной там нефтегазовой
отрасли, да, Сургут, Сургутский район, Югра в целом получает развитие как транспортной системы. Вот, поэтому я считаю, что большое будущее за этим проектом, ну, как минимум удвоение товара, оборота, пассажиропотока. Поэтому проект очень большой, знаковый, конечно. Самые положительные эмоции в связи с этим. Новый мост через Обь, без сомнений, ключевой проект для Югры на ближайшие годы. 45 стратегически важных километров. Они соединяют не два берега, а людей. Дадут импульс для развития инфраструктуры и экономики. Наталья Комарова прекрасно это понимает. Именно поэтому губернатор продвигал этот проект и сейчас внимательно следит за его исполнением. Это инвестиции не в мост как объект, а в мост как будущее для региона, для югорчан и всех жителей России. Ввод в эксплуатацию этого объекта по контракту февраль 2026 года. Новый мост позволит перераспределить транспортные потоки, будет использоваться для развития Арктики, прилегающих опорных зон развития, станет частью федеральных транспортных коридоров.